два таких собачек, но я еще одну тетю пошлю. У нее одна только собачка, ну старенькая. Так, а что случилось у тебя на носу? Я не знаю, она меня укусила что-то, а я не знаю, что случилось. А вчера где вы еще были? Не знаю, я пошла тетя Чиз в ресторан, и еще куда. Что кушали? Не знаю, я хотела супчик, не хотела ничего кушать. Ну, ничего не съела. Ну что ты покушала? Папа ж тебе что-то купил? Папа что-то купил? Не, ну, я вообще-то кушала мороженое. О! Кто тебе разрешил мороженое? Нельзя мороженое кушать, не надо. Ну, я по чуть-чуть кушаю. Понятно. А в Чак и Чиз что вы делали? Чак и Чиз я играла. Что играла? Ну, я так рулила. И так машина, я все. Еду так сильно. И я рулила на Чак и Чиз. И я выбирала, какой я хочу. Я... А в трубе лазила? А что ты шепотом говоришь? Okay. Я играла на горке. А еще? И там мальчик, он орал на меня так. А что он орал? Мальчик. Потому что я боялась такого мальчика. Понятно. А покажи, расскажи, какие у тебя принцесски есть. Ну, потом ты расскажешь мне, куда ты ходила. Конечно. Хорошо. Я все рассказала. А на лошадке ты каталась еще? А на лошадке я каталась. Долго? Нет, недолго, чуть-чуть каталась. Чуть-чуть каталась? Ну, хорошо. А куда мы сегодня пойдем? Не знаю. Мама, бассейн, плавать пойдем? Ура! Пойду. Ну хорошо, я заклею. Пластырем, да? Ну, он засох. Ну, уже не болит. А, ну хорошо, тогда не буду клеить. Уже Вика, хорошо. Расскажи, ты в церковь ходишь? Да. А тебе нравится в церкви? Да. А что? Я вчера не ходила. А что ты делаешь в церкви? Пою. Пою. А еще что? Я не знаю, какую песню хочу. Я просто танцую с Катей, с Верочкой. Бога прославляем, да? Да! А кто такой Иисус? Ты знаешь, кто такой? Иисус – это Бог. Правильно. А где он живет? Далеко. В церковь. Нет, у тебя где Бог? Покажи. На сердце. Где? Вот у меня сердце. Нет. Вот да, вот здесь, молодец. А ты любишь Иисуса? Да! Ты любишь Иисуса? Да! А Иисус тебя любит? Да! А как ты любишь Бога? Сильно? А ты просишь Бога о чем-нибудь? Да, я хочу у Бога взять... Попросить. Я хочу у Бога попросить, чтобы он дал мне... куклу принцессу. Какую? Красивую. С прической. С прической? А ты просила его? Да. Надо помолиться и попросить, и тогда он даст. Я же дома молюсь. С кем ты молишься? С мамой. С папой и с мамой? С Катей молюсь. А, с Катей. И с папой, и с мамой тоже? Мама, ты помнишь, когда я упала, у меня вот тут болело, и смотри, что у меня...